Я очень удоволен, как тренер здесь работаю. Каким сначала у них то же самое, как были у Лукоянова, где хорошая дисциплина сначала была, а потом они каким образом и тренируют, и оно, что они умеют за это свой возраст, который у них сегодня мы занимались возрастом 2007-2008 год. Тогда я очень удоволен, что я видел сегодня здесь и тур поколения НН, где играл 2007 год. Оно, что меня удивило, то, что ребята просто играют на одном высшем и большем уровне. Баскетбол развивается в лучшую сторону. Очень интересно, очень познавательно, какие-то новые вещи, да. Но какие-то вещи можно было для себя выделить и взять, так скажем, на вооружение. Семинар проводим мы, вот именно Марко приезжает к нам второй раз, да, то есть это уже не первый раз он у нас проводит. И сегодня публика была такая расширенная. И родители присутствовали, и дети маленькие, те, кто даже не принимали участие на площадке, да, сидели на трибунах. Ну, то есть публика собралась. Like when I close my